Всем привет! Сегодня я покажу вам, как собрать супер простой электрический генератор. У меня подрастает сын, и я очень часто провожу с ним разнообразные эксперименты, в том числе и по электричеству. Конечно, объяснять ему сложные вещи в электротехнике пока еще не нужно. Пацану всего лишь 6 лет. Но зато показывать занимательные опыты, в которых он сам может генерировать электричество, проводить какие-нибудь химические эксперименты, это всегда доставляет ему радость. Вот один из экспериментов, который вы можете провести у себя дома, который не потребует значительных затрат и усилий. Это линейный электрический генератор. Давайте я продемонстрирую, как он работает. Чтобы собрать простейший линейный электрический генератор, нам потребуется небольшой кольцевой магнит от старого динамика, пружинка, кусок гвоздя со шляпкой или шурупа, или у меня вот есть такая вот металлическая палочка. И главный элемент генератора – катушка с проволокой. Можете ее намотать самостоятельно. Я намотал ее на швейную катушку из-под ниток. Для проверки работоспособности нашего генератора используем светодиод. Я его подсоединил без всяких выпрямителей напрямую к катушке. Генерация электричества не очень значительная, поэтому бояться за то, что он перегорит, не стоит. Давайте соберем. Раз, два, три. 4. Генератор готов. Вы скажете, слишком просто, давай показываю, как он работает. Да, пожалуйста. Так, чтобы вам было виднее, я поднесу светодиод поближе. Итак. Магнит, гвоздь, пружинка и катушка. Вот и все. В горизонтальном положении рассыпается. В вертикальном положении он работает интересней. Еще раз элементы. Магнит, катушка, гвоздь и пружинка. Думаю, вы сможете повторить это сами и дома проведете подобный опыт. Дети будут довольны. На этом все. Пока.